Итак, берем большую кастрюлю, наливаем 2 литра холодной воды, добавляем 3 столовые ложки соли из расчета 2 столовые ложки на 1 килограмм вашего мяса. Но у меня примерно 1,5 килограмма, поэтому я добавляю 3 столовые ложки соли. Добавляем 1 столовую ложку приправа к шашлыку. Добавляем лавровый лист. 1 чайная ложка кориандра, зерна. И 1 чайная ложка семян горчицы. Все хорошенечко перемешаем и ставим на огонь. Как только закипит наш рассол, убавим огонь и будем 10 минут на медленном огне пропаривать эту смесь. Рассол наш готов, и мы оставляем его до полного остывания. Наше мясо готово для того, чтобы мы его положили в этот рассол. У вас может быть любое мясо. У меня использовано мясо карбонат. И теперь мы это мясо опускаем в наш рассол. Вы можете при обычной комнатной температуре выдерживать ваше мясо 2 дня. Рассол должен покрывать ваше мясо полностью. Вот так это выглядит. И ставлю в холодное место на сутки. Головочку чеснока мы выдавим через пресс. Добавляем 1 столовую ложку приправа к шашлыку. Перемешиваем. Теперь наше мясо, которое у нас стояло в холоде сутки, но у меня чуть больше стояло, обмакнем в бумажном полотенце хорошенько. Уберем влагу. Наше мяско держало форму. Мы ее обвяжем ниткой, придав ей форму. Все наше мясо готово, перетянуто ниточкой. Наш чеснок и приправа для шашлыка обволакивают наше мясо. Конечно, это нужно было делать до того, как мы стянули веревочкой. Но вот этот кусок у меня просто маленько разваливающийся был, и я решила его после намазать чесночок с этой приправой. Достаем фольгу и упаковываем 2 слоя. Упаковываем хорошо, плотно, даже можно в 2 слоя. Все, завернули в фольгу, уложили в противень и отправляем в духовку на 180 градусов 60 минут, час. Поехали. Достаем наше мяско, которое стояло час в духовке. Запах потрясающий.
1 столовая ложка подкопченой паприки. Цвет безумно красивый. 1 чайная ложка меда. Все это перемешиваем с паприкой. Добавим наш бульон в паприку и мед. Плохо, конечно, что камера не передает запахи вот эти все. Такие божественные запахи. Я, знаете, первый раз столкнулась с паприкой подкопченой. Запах, конечно. Так, теперь нашей кисточкой мы промазываем наш рулетик, вот этот мясной, с одной стороны. Так, все красиво. Со вторым рулетом проделываем то же самое. И убираем это мясо в духовку. При этой же температуре, 180 градусов, всего на 5, ну, 10 минут. Все, отправляем в духовочку. Наше мясо, покрытое смесью с одной стороны, в духовку на 10 минут. Переворачиваем на другую сторону и проделываем то же самое. Перевернем. Отлично. И тоже ставим при этой же температуре, 180 градусов, на 5-10 минут. Наше мясо готово. Его, конечно, можно кушать и в горячем виде, но у меня это будет нарезка, и оно будет ждать остывания, полного остывания. Ну и посмотрите, какая красота получилась. Чем не буженина, чем не карбонат, чем не пастрама. Домашнее, вкусное, сочное получилось мясо. Будем пробовать.